свалились в нисходняк, разворачиваемся срочно. Вот такой, друзья, разворот с перегрузкой. И надо срочно делать ноги. Делать ноги, держи ручку, скорость 150. О! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летных видов спорта. Мчимся в режиме «спасайся, кто может». Просыпало нас. Ой, Илья, дай-ка мне чуть-чуть подправлю. Нам надо пройти перевалы впереди, иначе ждут нас огромные приключения. Сунулись на территорию Италии. У нас в сторону дома вон грозы на горизонте. Тоже, кстати, надо это учесть. В общем, пора немножечко назад двигаться, но хотел я вам показать, надо было раньше, конечно, снимать красоту вот этих вот затопленных облаками областей Италии и саму немножечко идею, как при таком вот разделении воздушных масс, видите, да, в Италии одна погода, на территории Франции несколько другая, выше кромка облаков, как ведет себя воздух. Очень интересно, то есть итальянский воздух пытается затечь на территорию Франции и, соединяясь с восходящими потоками на территории Франции, образует такую конвергенцию. Сейчас мы к ней подлетим и попробуем там набрать высоту. Не попробуем, а должны набрать высоту, иначе ждет нас большие приключения. Как вы видите, по центру кадра долина и такой воздух мутноватый, что ли, как дымка такая. Это высокое содержание влаги в воздухе. Так, мы почти подлетели к тому месту, где брали конвергенцию, но мы были выше склонов, а сейчас ниже. Приключения точно ждут. Красивое озеро на ваших экранах, остатки какого-то ледника, видите, там еле-еле что-то, ну, красиво. В это место не всегда удается слетать, здесь чаще всего или погоды нет, или закрыто облаками, или еще что-нибудь. Какая-то избушка на озере. Вот здесь мы в прошлый раз закрутили и взяли поток. В прошлый раз. А сейчас пока... О! Вот, собственно, и поток есть. Отлично. Перекидываю закрылок на 5. Главное сейчас аккуратненько в этот поток грызться и закрутить его. Да, кстати, снизу ледник, посмотрите. Такой полузасыпан камушками всякими. Но сверху снежочек еще виден. Ледники стремительно тают. Раньше здесь было ледников намного больше. Уить! Да, хороший поток сходит с этой скалы. Но очень драный. Видите, меня телефон неплохо стабилизирует все, но чувствуется, как покачивает. Так, да, выбрались. Хоррора не получится. Многие, кстати, говорят, что снимать видео такие скучные, надо какого-нибудь хоррора добавить. Ну вот вам и добавили, но не получилось. Неизвестно, радоваться или грустить. Ну вот как висит вот это вот, видите, что-то типа как раз вот конвергенция. Вот какое-то выстрелила, подтягивает облачко, даже, можно сказать, визуализируется восходящий поток. Давайте я сейчас вокруг него что-нибудь слетаю. Видите, как туманчик такой подтягивает вверх. Можно сказать, что визуализированный восходящий поток. В облаках нам летать нельзя, но в таком туманчике, это же не облако, вообще неизвестно что. Вот, смотрите, раз. И смотрим, есть подъем? Конечно, есть. О, как можно, видите? Ай. И такая штука может сгуститься достаточно быстро. Я люблю летать вокруг таких конструкций. Почему? Потому что они придают мне какой-то объем этому всему полету. И с этой точки очень удобно вам показать как раз на вот этот итальянский воздух. Класс. Илья, как тебе? Круто? Пытаюсь снять. Я тоже пытаюсь снять. Так, что вам хотел сказать? Вот не смог показать, там озеро большое красивое есть. Но
самый краешек его виден. И видите, как воздух затекает по этому понижению с озером в долину. И портит там, кстати, жизнь достаточно сильно, потому что в том месте вышибает погода обычно, когда мы летим на какой-нибудь Маттерхорн или еще что-нибудь в этом роде. Ну вот погоду озера нам немножко, ну не озеро портит, а именно наличие такого низкого перевала, пускающего итальянский воздух плохой на территорию Франции. То есть, видите, граница между государствами еще каким-то образом становится границей между воздушными массами. А сверху над нами облако, собственно, мы до него будем добирать. То есть этот поток я щупаю, смещаюсь, он не очень сильный. Да, собственно, я и не очень стараюсь. Больше, видите, с вами общаюсь. Так, видите? А, смотрите, одно озеро, вот это вот чистое, это какое-то мутное. Прям совсем мутное-примутное. Интересно, почему? Нефильтрованное. Нефильтрованное озеро. Эх. Да. Фундаментально. Нам сейчас нужно по дороге домой обойти все грозы. Одна из гроз, например, вот. Это в сторону Гренобля. Гроза. Но мы пойдем южнее. Смотрите, кстати, какая избушка интересная на озере. Сейчас я попробую приблизить. О, видимо, приют для туристов, альпинистов. Видите? Я столько мест здесь высмотрел, куда можно и нужно сходить. И никак не наберу... Не наберусь времени для этого. Все время приходится летать. Вроде как ввел правило один выходной в неделю. А вот сейчас придется выходной использовать на поездку в Германию. Принцесса наша, как обычно, хандрит мотором. Повезем ее. Эти, летаю я на ДГ-500, АСЖ-32МИ. Можно сказать, в вечном ремонте. Устал я от него уже. Планер, который не летает больше недели. То есть неделю полетал и все. Неделю полетал, и опять что-то случилось. Ну, в общем, это меня, конечно, разочаровывает очень сильно. А вот этот 30-летний ДГ-500М чудо. Как часы работает. Было у нас приключение, как вы помните, с двигателем. Но я виню больше шаловливые ручки обслуживающих этот двигатель специалистов, нежели сам двигатель. Так. Медленный набор, ленивый какой-то. Даже не знаю, чем его ускорить. И место это бросить достаточно страшно, потому что нам нужно пересечь вот прямо по курсу. Так, хорошее облако висит. Единственное, что вселяет оптимизм. Нужна высота, чтобы все пересечь безопасно и попасть на территорию Франции. Потому что если мы свалимся в долину Сюзы, то уже наша посадка будет уже в Турино. Вот, смотрите. О, хороший сейчас. В принципе, уже и пойду, наверное. Но если мы туда свалимся, выбраться из долины Сюзы уже невозможно. Потому что как там высоту наберешь? Видите, облака низко. Поэтому всегда в этих местах летаем аккуратно, чтобы на территории Италии не остаться. Слева большая гроза, справа очаг тоже. Посередине пока чисто, поэтому... Как раз я планирую сейчас спокойненько рвать когти туда. Илья, твоя ручка, забирай. Скорость 150. Погнали. Видите, дождь идет. Достаточно неприятная ситуация. Дождь. Капельки воды увлекают за собой воздух и создают мощнейшие нисходящие потоки. Поэтому туда нам не надо. Вот эта горка, это как раз облачный линкор с пушками. По правую руку остаются красивейшие ледники заповедника Ланвас. И где-то там Монблан сзади. Но недалеко мы сегодня слетали. Ну как недалеко, от аэродрома сейчас 113 километров. Ну, дальше уже опасно. Ой. Места, конечно, дикие. До асфальтовых дорог нет. Ну, кстати, вон я машины вижу у какого-то озера. Вот озеро. Автомобильчики. Вот сюда надо съездить, подняться, искупаться во всех этих озерах.
сколько же красивых в Альпах мест. Вы, друзья, даже не представляете. Я не могу, к сожалению, вам и толики этих мест показать. Так, ну, высоты нам хватает, мы вполне пройдем перевалы впереди. Главное, вот там поливал дождь все время. Главное, чтобы потоки еще были. Облака-то есть, солнечный свет есть, значит, и потоки будут. Ну что ж, пожелайте нам удачи с нашим дальнейшим продолжением полета. Коротенький 10-минутный привет с неба. Я взял ручку. Эх! До новых встреч, уважаемые любители летных видов спорта. До новых позитивных роликов. Эгегей! Твоя ручка вперед, разгоняйся. Смотри, как я капнул энергию.